Всем привет! Сегодня ролик распаковки будет очень коротким. И это потому, что монитор Aorus FI27Q имеет особую историю. Если вы смотрели предыдущее видео о распаковке монитора Aorus AD27QD, то вы знаете, что данный монитор был первым, который мы выпустили. FI27Q является его полноправным наследником. Был улучшен производственный процесс и качественно изменена матрица монитора. Таким образом, FI27Q имеет более высокую частоту обновления – 165 Гц вместо 144 у AD27QD. Но это еще не все. Тогда же была принята новая система наименований, где первая буква обозначает форму монитора – Curved или Flat, то есть изогнутый или плоский. Вторая обозначает тип матрицы – IPS, VA или TN. Затем цифра обозначает диагональ дисплея, а заключительная буква обозначает разрешение – Q для Full HD, Q для Quad HD и U для, соответственно, 4K. Также в самых последних моделях мониторов была добавлена еще одна буква после дефиса, которая обозначает класс монитора. В случае с FI27QP, P обозначает производительность. В ближайшем будущем вы увидите наши новые мониторы под брендом Gigabyte. Их система наименований базируется на вышеописанной, но имеет некоторые особенности, с которыми я вас обязательно познакомлю. Если вы хотите ознакомиться со всеми характеристиками и возможностями монитора FI27Q, вы можете посмотреть нашу распаковку и обзор монитора AD27QD. Ссылку я оставлю в описании. Как всегда, приобрести монитор FI27Q и другие мониторы Aorus вы можете на нашем официальном магазине на Tmall. Большое спасибо, что досмотрели это видео. С вами, как всегда, был Виталий Абрамович из Aorus. Увидимся в следующих видео.